Смотрим, друзья, что это такое? Только недавно мы послушали и посмотрели достаточно нетипичный для манеры трек, который был очень ярким треком. Да. Пепел тоже у нас делает нетипичные, необычные треки. В принципе, достаточно серьезно он держится на своем стиле. Интересно. 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 Бля. Так. В смысле? Это я просто, да, кринж? Да. Все, все, вопросов нет. Я думаю, блядь, неужели весь трек на английском языке? И листаю то же самое, да? Да, все нормально на этот раз. Все супер, все хорошо. Ну, типа, это было бы неудивительно, да? Потому что манера, как бы, часто работает с англицизмами. И при этом, как будто бы, мог бы быть трек на английском языке, да, полностью. Все, слушай внимательно, что это. Let's go. Just wanna spin it. Like I'm seeing 2016. All my friends are the head. All my friends are the head. Push me to the edge. Got your bitch in my house and she keep shaking for them red. Shaking for them red. Shaking for them cash. Fuckers banging for the feet. Askers on the start. I'm feeling like she keep. I got haters. I got lava. So that's still the cheap. And I got burning up flaws. My life killed the heaven. I've been smoking like a bro. Got your bitch in my back and she be shaking balls. Тут привычные, да, привычная манера у нас такое. Делаю это плавно, то, что я богат, это все дискает правда. У меня сегодня нету плана, и на мне сейчас джинсики от Dolce & Gabbana. Baby, how are you? Я много работал, еще много хаваю. Я все еще пою. Выбирай, что хочешь, даже самую хуйню. Я все тебе оплачу. Даже эти Jimmy Choo. Я все тебе оплачу. Скажи ценник своих чувств. Я все тебе оплачу. Я все тебе оплачу. Она хочет комплименты. Хорошее разнообразие. Чистенько. Если на фите легенды. Где ты, с кем ты? Мой брат ничего не видит, его закрывают дреды. Я не вижу ничего плохого в том, что я богат. Меня деньги не меняют, но со мной сейчас бодигард. Почему-то меня называют, можно фото брать. Я хочу быть с тобой честен, но это не вариант. Неплохо. Делаю это плавно. То, что я богат, это все дискает травм. Рич по-другому, отсюда честно начинаю, да, работать без этого. Dolce & Gabbana. Baby, how are you? Я много хаваю, я все еще пою. Выбирай, что хочешь, даже самую хуйню. Хуя себе. Как будто отдает какой-то джерковой драмкой, да? Но при этом не совсем оно, да? Может быть, не сильно выпячивает. Сэмпл необычный. Интересный инструментал. Интересно. Да, мелодия хорошая, сэмпл интересный. Да, сахомыч, отлично, ребят. Очень круто. Цельная песня. Хорошая цельная песня. Угу. Очень разнообразная. От обоих артистов. Битом не задушили. И бриджик дали хороший нам. Угу. И в куплете. Ну да, тут, фактически у нас тут и есть текст на английском языке. Действительно. Манера у нас прям жестко, да. Ну, немножечко для того, чтобы поддержать, да, поддержать название темы. Пепел тоже, да, нам жахнул. How are you, ёпта, да.
и на русском языке. Бриджик и припев, да, бам-бам-бам-бам. Удивительным образом, подобный непростой жанровый трек хочется назвать коммерческим. В хорошем смысле этого слова. Интересный рабочий трек. Интересный рабочий трек. Тебя такая игривая, да, Вот это, да, типа вот в моем понимании манера тайп харизма. Делаю это плавно, то, что я богат, это все дескает правду. Сегодня нету плана, и на мне сейчас джинсики от Dolce & Gabbana. Baby, how are you? Я много работал, еще много хаваю. Довольно чисто, радует, что пепел сделал довольно чисто. Я все еще пою. Выбирай, что хочешь, даже самую хуйню. Я все тебя оплачу. Даже эти Jimmy Choo, я все тебя оплачу. Скажи ценник своих чувств. Я все тебя оплачу. Я все тебя оплачу. Она хочет комплименты. Все эти бля бренды. Нахуй нам надо, если на фите легенды. Где ты? С кем ты? Мой брат ничего не видит, его закрывают дреды. Я не вижу ничего плохого в том, что я пока. Контраст хороший дал. Угу. Я все тебе оплачу. Скажи, ты не вижу ничего плохого. Хороший контраст в куплете дал, вообще молодец. Блять, хороший трек. Крепкий трек. Понятный. Предыдущий трек, вот манера, который выходил, он может либо дико зайти, либо вообще не зайти. Он специфический. Здесь максимально понятный танцевальный трек, как будто бы он очень сильно хочет клип. А у нас же тут какой-то видос есть. Но это не клип, да, насколько я понимаю? Да, два сниппета у нас. Да, у нас. Ладно, сейчас. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим сниппеточки. Тут у нас Кизару, который пьет воду. Стоп. Здесь вот так у нас. А, наверное, от двух ребят, да? От манеры сначала у нас здесь будет идти история. Потом у нас будет идти история, да, от пепла. Угу. От пепла, от манеры. Спасибо тебе большое, жена, любимый. О, вот это прям очень вовремя. Все очень вовремя, очень хорошо. Супер прекрасно, удивительно. Зацените. Да-да, позитивная история. Угу. Позитивная, яркая история такая, светлая. Простенький такой, да, простенький флекс. По тексту. Показал самую хуйню, да? Или нет? Кайф. Кайф. Ну, все-таки 4, да, опять? Пока 4, да? Я думаю, что 4. Плюс сэмпл. Бля, звучит дико по-коммерчески. Рифмы образы просто норм, правда. 7. Структура ритмика мне понравилась. Отлично, оба разбавили свои куплеты. Бридж сначала совместный, потом несовместный. Припевчик. Отлично, 9. Реализация стиля. От 1 до 10. Вообще, что думаете по поводу трека? Можете написать. Чисто исполнено. Как будто пепел постарался, да? Как будто пепел постарался.
тренд, добили тренд 5. Вот нет, знаешь, еще бы. Короче, еще если где-то месяца 3 вот активно поделают, да, ребята. Как будто будет уже близко. 9 даже я бы поставил. Индивидуальность и харизма 9 тоже. 5. Что не так? А, прод месяца 100%. Прод месяца забираем. Угу. Хит месяца. Может быть. Девятки, да? Девятки, семерки, 71 балл. Я думаю, да. А, обложка. Дэм. Что по поводу обложки? Что думать по поводу обложки? Плюс. Если да. Минус. Если нет. Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс. Ебать, сколько плюсов. Тут надо выбрать, да, что мы забираем. Продюсер или хит месяца? Давайте возьмем обложку и хит. Не хотелось бы номинировать работы продюсер и хит часто, да, вместе. Да, давайте хит и обложка. Топ. Теперь, что у нас происходит здесь? How are you? Damn it, я не оригинален, да? Да. Пепел на худи зарегистрирован на сайте. Майнер зарегистрирован на сайте. Следовательно, они могут ставить авторские лукасы вашим рецензиям, если вы отнесетесь с пониманием творчества, да? И можете написать положительные, отрицательные, какие угодно, но адекватные, полезные, конструктивные рецензии и отзывы на этот трек. Следил за выходом снимков из ТикТока. Манера в своем стиле совмещает два языка в читке. Ну да, ну прям так с очень большим уклоном, да? Угу, угу. Вот сегодня Тейп выпустил трек. Тейп Тайп Трек. И манера с точки зрения именно своего речитатива выпустил трек. Манера Тайп Трек, да? Свою базу без экспериментов хотелось бы чего-то другого? Нет. Мне понравилось, как Пепел здесь делает разнообразие в куплете. Да. Это прям живо звучит. Угу, угу. Согласен. Они что, джерканулись? Даже Унки в шоке. Щещ. Приятный вывод, как очень сначала говорить о стиле. Джек начинает набирать обороты, мне это очень нравится. Мы все понимаем, что ты можешь сейчас за трендовый ставить 4. Да, бро, ты полностью прав. Мы все понимаем, что можем сейчас за трендовый ставить 4. Но потом, через некоторое время, будем ставить твердую. Я думаю, что в середине года, если это пойдет набирать обороты, это будет 5 баллов. Даже, может, раньше. Теперь о треке. Мне нравится, как зачитал манера. Многие скажут, что его парт руина, так как слишком непонятен смысл текста. Не, ну, блядь, парт руина-то из-за непонятного смысла текста вряд ли может быть. Да. Пепел из Фрешменов перешел в роль артиста, который стабильно выпускает годноту. И Хаварию не стало исключением. База. Всем хорошего дня. Вчера ночи. Ну, вечера, да? Да. Конвейер манера продолжается, плюс поек себя от пепла. Фуш. Я не буду затрагивать манеру его последний лиричный трек. Думаю, теперь вопросов к отсутствию искренности в словах манеры не должно быть. Ожидаемые исполнители стали хвататься за волну хайпа Джерка. И, к счастью, пацаны реально сделали что-то похожее на Джерк. Они переосмыслены Детройт с громким слоганом «Джерк». Скорее слушать. Скоро взорвет. Хоть и парт манера просто блекнет на фоне разностороннего исполнения пепла, трек получился достаточно ровным и без сильных скачков по уровню качества. Пепел в моих глазах пока все еще остался молодым и перспективным. Но не больше. Ему нужно найти себя, свою манеру исполнения. И я рад, что он не застрял в цикле дешевых поп-трэп-треков для ТикТока и двигается по сетке жанров в разные стороны. Жестко, бро. Угу. How are you? How are you, да? Да. Хаваю, чавкаю, радую вас хаванием. Ладно.
Бля, ни разу не писал такого. Ладно, точка. Надо как-нибудь использовать. Просто забавный джек, стрелчок с неплохим текстом. Довольно неплохие куплеты, интересный джек-бит. Не знаю, что сказать. Ладно. Стильно фирменно со свегом, молодежно. Хороший фильм. Почти полностью парт манера на английском. Для меня полностью справился Пепел на худе. Манера в своем куплете не до конца подал. Если так пойдет, то Пепел будет претендовать на артиста года, делает грязь. Хотелось бы больше разнообразия инструментала. Спасибо, что... Да, блядь, как ты так, блядь, умудряешься, что я каждый раз читаю твои рецензии? Спасибо, что прочитал, Флом. Страшный человек. Джерк не нравится, но это зашло. Во. Во. Вот это показатель. Когда человек, который не особо любит жанр, да, кайфует от того, что получилось. Это серьезное дерьмо. Джерканутая совместка. Да. Когда пить, я говорю, бам, 60 баллов, да? Реализация стиля, манера одного языка, гораздо увереннее пепла. Красиво. Ну, возможно, потому что это прям манера, да, вообще прям, как будто для него это прям изи-каточка. Согласен, бро. Я считаю, блоку надо обязательно брать номинацию. Очень яркая, с треком вполне сочетается. База. Форт месяца тоже можно взять. Думали над этим. Насчет хита месяца спорно. Немного натяги, это самая лучшая реализация, пепел подруинил. Всем рисал. Норм. Но принимается. Заджеркали. Заджеркали. Спасибо, бро. То, что я богатый, это все детская травма. Да, тоже обратил внимание на этот. Красиво. Это, вот, это охуенно вообще. Очень красивый момент в тексте. Да. Наконец дождался, дроп можно было получше. Безусловно, минус очень приятно было, чем текст ориентирован неплохо, в целом на одном уровне, на ходе прикольные понтовые строчки, про... да. Ну что, хочешь, успешно, да, на хочешь комплименты, да. Писал, когда хотел, да. Вот это я писал, когда хотел поставить 8, но решил поставить 9. Да, парт манера все-таки немного руинит, а трек не сказать, что полностью оправдывает хрон и имеет отличный переход, но слушать приятно и динамично. Я заговорил про музыку, хочу подробнее про это. Вот это крутой джерк, и при этом это не просто джерк. Очень даже вполне разнообразный бит. Пока Унки не выполняет слово о том, что джерк звучит разнообразно, я покажу на следующем релизе, то парни показали, как действительно круто делать. Продюсеры молодцы. База. База про то, что продюсеры молодцы. И про то, что парни показали. Почему я приплел Анки? Просто по-любому многие, особенно тиктоковские шарящие, будут говорить, доели, избайтили. Хотя на деле... Вы так думаете, а, чат? Что думаете по этому поводу? Доели, избайтили? Доели, сбайтили. Сейчас я вот доем. Сбайчу, блядь, что-нибудь тоже. Кто такой Умка вообще? Хуй его знает, бро. Доели? Нет. Видел ты Гаскали? Он Анкой опять выстебал. Нет, бро. Не видел. Доели за Хрумкой. Мое же почтение тебе, чат. Спасибо, бро. Умка. Кто такой Умка? Бля, вроде медведь какой-то, хуй знает. Обложка. О! God damn it. XXX манера здесь. Майка Сен. Ну, тут надо оставить Лукас. Видите, да? X-манера. Сам. Здесь. Damn, бро. А я говорю, что Ловерсон, что типа инь-янь. Интересную обложку. База. Всем бобра. Здесь. Отмечает, да, отмечает ваши рецензии. Манера. Читает, смотрит. Наблюдает. Мы наблюдаем. Много хаваю. База.
насыщенный, крутой. Манера построилась, как всегда, на английском. Динамичный, стелька навалил знатно. Трек мне зашел. Супер. Многогранный, осмысленный трек. Я просто в шоке, не слушал специально сниппеты, хотя даже не знал о существовании. В смысле, бро? Не слушал специально сниппеты, хотя даже не знал о их существовании. Так, блядь, не знал об их существовании или специально не слушал? Манера раздала стиль, но и пепел не отстает. Очень понравился первый куплет от манеры. Тут можно придраться только к тексту, их индивидуальности местами не натягивая своего уровня. Но с другой стороны, у манеры все получилось. У меня нет претензий, пепел, как полностью голос, как будто все равно возвращение. Не хотел рискать твердой бита. Спасибо. Тикток-трек. Парт манеры очень хорошо звучит. Легендарный фит, который невозможно спутать на русцене. Насчет пепла, я думаю, что в спидап он звучит лучше. Пепел показывает себя лучше и лучше. Удачи, успехов. Вот что касается пепла, прям по реализации обрадовал. Да, ожидал большего. 5 баллов, тем не менее. Уже у кого-то любимый стиль Джерк, да? Серьезно? Респект. Чек спидап. Оригинал звучит хорошо, но спидап как-то теряется. Пепел сразу приобретает классное звучание. Может, ему стоит спидап дропать? Очень понравился стиль реализованный. Окей-доки. Ожидания больше, чем реальность. Накормил нас Димой сниппетами вместе с манерой. Ждали мяса, получили уроки китайского языка. Окей, ладно. Пепел в конце сделал плюс пару баллов к треку. А так это просто тикток звук. Больше нечего сказать. Солидный господин, я смотрю. Степан. Ладно. Никаких претензий. Солидный человек. Имеет мнение. Ставим плюс. Офаемся. How are you? Очень хороший сингл от парней. Запоминающие строчки, которые можно репетить. Для меня очень... Структура необычная. Реализовали неплохо. 10. 10, 5, 7, 4. Спасибо за работу, парням. Ждем больше экспериментов звучания. Полный... Да. Что-то. Офигел от всего. Кайф, бро. Целостность партов, но если отойти от всего этого, то можно найти минусы. Парт манера немного душноват. Особенно, когда человек, хорошо не знающий английский, видит такое его изобилие. В принципе, странно, что манера так сходу залетает, а потом так же сходу и пропадает. Можно было, в принципе, закинуть часть его парта на куплете пепла, было бы очень интересно со стороны пепла вообще никак не прикопаться. Хотелось бы даже отметить прикольную идею с перепевом. Очень зашла. Подводя итоги, до идеала треку не хватает совсем немного. Очень классная работа. На голову выше их прошлого фита. Респект. Как у тебя дела? Прекрасно. Долгожданный фит. Голос манеры хорошо звучит на бите. Вот пепел, по-моему, не очень. Лег на бит. Голос слишком грубый, что ли? Хотелось бы слушать от манеры куплета на русском, но увы. Сам трек хороший. Спасибо, ребята, за эту работу. Спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо за то, что артисты прекрасные, замечательные, удивительные артисты. Да. Флом, похуй, сидит просто хавать. Чё, флом, next, дальше, поехали. Нет, блядь, нет. Я буду жрать, читать, наслаждаться музыкой. Да. Это мой охуительный план. Да. Ну так. Спасибо, друзья, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Там-тарам-там-та-дам-там-там. Спасибо всем за рецензии Флому. Да, бро, спасибо тебе большое за работу. Спасибо тебе большое за старание. Прям, знаешь, чётенько. Чётенько. Чётенько идёшь. Чётенько идёшь и прогрессируешь. Прям кайф. Угу. Спасибо за работу. Молодец. Ждём продолжения банкета.